На самом деле, я не играю в игру. Я просто стучу пальцами по клавиатуре. Как обычно, играют другие, а я тупо смотрю чей-то летсплей. Потому что я не против оказаться в игре. Особенно, если это игра в реальности. Для этого нужно прийти в Икею. Икея — это RPG. Да, поначалу звучит странно, но я сейчас все объясню. Пространство IKEA построено по принципу геймдизайна, то есть по типу смеси RPG и игр от первого лица. В каждом магазине IKEA проложен четкий маршрут, задача которого в том, чтобы человек не замечал, что следует по нему. Это лабиринт, и идеологи IKEA называют этот лабиринт «длинный и естественный путь». В нем почти невозможно потеряться, проход только один и только вперед. И он организован по принципам игр от первого лица. Никаких длинных прямых коридоров, это уныло и скучно. Если смотреть карту игры сверху, то коридоры тесные и квадратные. А когда играешь, наоборот, будто проходишь много километров и сменяешь несколько декораций. В Икее дорожки сворачивают примерно раз в 15 метров. Эта извилистость дает ощущение смены декораций и новых событий. И каждый раз ты открываешь для себя что-то новенькое и интересненькое. Два зеркала за 399 рублей, блин, вот оно. Смотрите, какое лицо становится. 59 рублей стоит подушка. Смотрите, какая одноместная, классная, мягкая кроватка для холостяка. 1000 рублей. Дозатор для жидкого мыла. Дешевле, чем само мыло. На 1000 товаров цены снизили более чем. Мы рады. А знаете, моя мама любит Икея. Да и все мамы любят Икея, что уж там. А раз уж мы здесь, и скоро 8 марта, то, может быть, выберем ей подарок? Может быть, стульчик? Она все-таки не против всегда так посидеть, типа, после 6. Это тоже, кстати, классное вообще. Вот это вот тоже очень классное. Мама любит алюминий. Может быть, тогда вот этот? Целых 2. Мама всегда говорила, ей нужно больше света. Вот он, ковер. Вот он, классический ковер такой. Пришел домой, лег на него такой... Вообще, я здесь вспомнил, что у нее шкаф битком забит. Серьезно, она говорила, Ян, смотри, сколько у меня вещей, никуда не влезает. Значит, нам нужен еще один шкаф. Нам нужен отдел шкафов. Ага, пойдемте-ка, я знаю секретный вход. Вот он. Как в любой игре, здесь есть пасхалки. Секретные проходы по типу тайной двери в видеоигре. Они дают ощущение, что вы обманули систему. Но на самом деле, вы просто играете в их игру еще с большим энтузиазмом, чем другие покупатели. И гордитесь этим. Только теперь вы продвинутый игрок, который исследует лабиринты и находит тайные коридоры. Хотя на самом деле просто покупаете письменный стол Брусали. Помогите! К сожалению, в отличие от RPG-шек, здесь нельзя прокачать кредитную карту, собрав 5 одинаковых сахарниц. Лабиринты IKEA немного дезориентируют, и они дают лишь одно направление движения – вперед. Благодаря этому вырастает шанс купить что-то интересненькое, что-то такое еще заметить, такое, что типа ты не замечал. Например, вот ножницы-тройка, смотрите, ножницы-тройка, их реально 3 штуки, смотрите, 3. Маленький карман положите в большой, и в средний, и все, и в аэропорт. Большие открытые игры вроде Skyrim, Assassin's Creed или Fallout 4 используют аналогичный механизм. Формально есть главная цель и один путь, но куда бы ты ни пошел, всегда найдется интересное местечко, куда хочется заглянуть. Ты с удовольствием блуждаешь поэтому. Именно так люди проводят в этих играх многие сотни часов, хотя главный сюжет можно пройти за 10-20. Также в Икее. Ты приходишь на час, а выходишь через 7. Самое здоровское, что в Икее нет назойливых продавцов, типа «Здравствуйте, молодой человек, вам что-нибудь подсказать? Вам нужен шкаф или ковер?» Наоборот, консультанты IKEA как тихие персонажи из игр, к которым можно подойти, пообщаться, и взамен ты получаешь подсказку. Здрасте, а вы не подскажете, где здесь выход? Вот в тайный проход? Да, Травардинг, вы знаете, любимая моя сковородка, она продается до сих пор? Там была сковородка Балда называлась? Ну, такое возможно, конечно. Травардинг. Травардинг, да. Да, она есть. Ой, моя любимая сковородка, вот она. Ну, спасибо большое. Все мы любим ролевые видеоигры. Ну, например, за то, что в них есть много интересных мест и шмота. Можно прокачать персонажа нормально. Основатель IKEA Ингвар Феодор Кампрат создал целую систему названий, чтобы погружать в свой особый мир. Название мебели – это шведские географические названия. Стулья – мужские имена. Детские товары – зверьки и птички. И это не просто так. Чем уникальнее и интереснее название предмета, тем уникальнее и интереснее он нам кажется. Рингер, смотрите. Надо же, вот придумай, попробуй. Например, название вещей в играх создает сильнейшее погружение в мир игры. Ты начинаешь думать игровыми категориями. Ого, добрые фийские наручи и посох Вабаджека. Пойду к Хальдору в Норгрим и
поменяю на 5 вместилищ души ненасытный клинок Петрониуса. Или для игрока в контру слова АВП и МК это вообще-то важнейшие глубокие понятия. А в Borderlands пистолет не просто пистолет, а обязательно ожгучий оплот бесконечности, тактикальный дурашлёп или тугой взъерошенный гарость. А в Икее ты покупаешь не просто шкаф, да, ты покупаешь удредаль или пакс. Пакс со скидочкой. Сниженные цены. Можно мне еще чуть ниже? Еще на рубль. Спасибо. Спасибо. Мама, смотри, паксы, вот они для тебя. Сколько вещей в них влезает. Просто не представляешь, все, что ты хотела выкинуть, не выкидывай. Все уместим, все вложим. Правда, конечно, у тебя будет не так, а... Вот так вот, но зато плотненько. Цены на эту серию снижены на постоянной основе, благодаря построенному заводу в Великом Новгороде. То есть, понимаете, у нас в России теперь стоит завод IKEA, на котором трудятся наши ребята и делают нам шкафы гораздо дешевле. При этом качество шкафа, я вам скажу, остается по-прежнему высоким. Я сейчас вот щупаю, смотрите, все хорошо. От Ундердаля не отличить совершенно. Шкафы супер, куплю маме. Завод максимально технологичный, настоящий завод IKEA в России. Вы только присмотритесь, разве эти люди могут сделать плохой шкаф? Конечно же, она ждет от меня цветы, но неожиданные подарки доставляют еще больше. Она мне на 23 февраля носки, а я ей шкаф. И знаете, хоть в IKEA и можно заказать сборку, я соберу этот шкаф собственноручно. Ну, труд порождает любовь. И да, про любовь. Девушки, с 8 марта вас. И парни, не забывайте про них, пожалуйста. Подарите им что-нибудь. Хоть многие говорят, что им ничего не нужно, и лучший подарок — это внимание. Нет. Лучший подарок — это шкаф Пакс. Пакс. Итак, сегодня мы узнали хитрые приемы геймификации пространства. Лабиринты построены по законам стрелялок от первого лица. Есть пасхалки. Огромный открытый мир, в котором можно гулять целый день, как в RPG-шках. Продавцы и персонажи. И названия, погружающие в уникальный мир, как в Borderlands. И на этом все. Подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы он звонко звонил. И подписывайтесь на меня в ВК, Инстаграм. Смотрите там фоточки всякие разные. Продолжайте учиться. И, как обычно, прокачивайте свои мозги. Пока.